Это, наверное, единственное, что радует, что потеплело. Но проблемы, к сожалению, никуда не деваются. Вместе со снегом уходили бы проблемы, таяли бы, было бы просто замечательно. Но, к сожалению, это не так. Также остается актуально отсутствие дорог в приюте. Видите, что творится? Вот уже подтаяло, уже что творится. Отсутствие волонтеров в приюте. И отсутствие постоянной помощи. Нету у нас постоянной помощи. Я сейчас говорю про финансовую. Нет государства, нет администрации, нет других каких-то там спонсоров и меценатов. Нет. Приют в очень тяжелом состоянии. Очень тяжело нам просто выживать. Просто даже хотя бы кормить собак. Очень тяжело. Поэтому, друзья, не забывайте про нас, пожалуйста. Мы надеемся только на вашу помощь. Больше нам надеяться не на кого. Нам нужны люди. К сожалению, мы не можем позволить себе рабочих больше того, что у нас есть. А рабочих у нас мало. Их не хватает. К тому же была очень страшная заснеженная зима. Нас заваливало так, что мы не успевали убирать. Людей не было. Было 8 человек, почти 3 месяца было 8 человек на весь приют. Нам едва удавалось кормить животных и разносить воду. А вот убирать, друзья, мы не успевали. Сейчас нам нужна помощь. Нам нужна помощь власть имущих. Все, что бы мы ни сказали, любая проблема, какая возникает в приюте, она упирается в финансы. И мы ничего не можем сделать. Сейчас, когда все это тает, весна смотрится очень страшно. Но, друзья, все это уберется, все это наладится, если только вы окажете нам хотя бы небольшую помощь. Я обращаюсь ко всем вам. Нам нужна ваша поддержка. Нам нужны люди. Я боюсь, что могут уйти и те последние, если мы не сможем выдать зарплату. А время очень тяжелое. По-настоящему тяжелое. Услышьте меня, пожалуйста. Прошу вас. Отзовите. Друзья, в приюте просто чудовищная ситуация. Мы сейчас чистим вольеры. Выгружаем сюда за зиму то, что накопился лед. Колем его и вывозим. У нас огромная проблема с вывозом колотого льда и мусора. Обращаюсь ко всем. Помогите нам, пожалуйста. Нам нужна машина, нам нужен трактор. Смена одной машины стоит 22 тысячи. Смена трактора стоит также 22 тысячи. Я обращаюсь ко всем. Пожалуйста, друзья, помогите. У нас убрано всего несколько десятков вольеров. Этого очень мало. Из-за того, что была пурга, очень сильные снега, вольеры не убирались. К тому же была проблема с людьми. У нас 3 месяца не было людей. Обращаюсь к тем, кто увидит мой ролик. Вот это то, что мы делаем и как кормим животных. Мы забираем отходы с боен, с магазинов. Это жир, это кости. К сожалению, этого очень мало. И зерносмесь. Вот партия зеросмеси, которую мы взяли в долг. Мы не оплатили еще прошлый долг, но вынуждены были взять еще одну партию машину в долг. Ребята, в долг, потому что я не знаю, что случилось, но помощь почти стоит на месте. Сейчас началась кормежка животных. Вот здесь смешивается фарш и зерносмесь. Дальше все идет в экструдер. Плюс добавляем витасоль. Вот этих 2 мешков нам хватит на 2 месяца. Ребята, мы живем от дня до дня. Вот этой зерносмеси нам хватит на 2 дня.
на 2 дня. На выходе у нас всегда 3 тонны. 1,5 тонны зерносмеси, 1,5 тонны фарша. В день собаки съедают 7 бигбэгов. Мы сделали то, что было в наших силах и наших возможностях. После того, как отравили наших животных, мы вынуждены были что-то думать сами. Мы нашли небольшую помощь. Нам помогли. Но, ребята, линия у нас не полная. Цех до конца не оборудован. И работа здесь тяжелая. Нам нужны спонсоры, которые могли бы нам помочь наладить. 3000 животных. Я обращаюсь к вам, к тем, кто меня услышит. Отзовитесь, пожалуйста. Помогите нам оплатить зерносмесь. Потому что вот это все, что вы видите для 3000 собак. Друзья, вот это все у нас ведра, что у нас пережили зиму и разошлись по швам. Мы их выравниваем и ремонтируем. В прошлом году... Друзья, если захотите нам помочь, мы принимаем в подарок вот такой герметик. Момент. Герметик силиконовый. Гермент, момент. Это для того, чтобы мы могли отремонтировать наши ведра. 13 штук получали на один. На одну бутылочку 13 ведер. Маловато, конечно. Лохматая душа обращается ко всем вам. Ребята, у нас весна. У вас, надеюсь, тоже. Только у вас нет вот такого огромного количества нерешенных проблем. Я прошу и обращаюсь ко всем вам. Пожалуйста, мои хорошие, отзовитесь. Очень много получилось из-под снега сейчас. Поднимается мусора. Нам нужна ваша помощь. Нужна ваша поддержка. Друзья, нам нужна зерносмесь для того, чтобы мы делали корм. Огромный долг за электричество и огромный долг по зерносмеси. Но скажите, мы сегодня покушали, а завтра? И так же самое животные. Они хотят есть. Я прошу и обращаюсь ко всем. Помогите нам, друзья, пожалуйста. Помогите просто накормить. Мы же не просим очень много. Вас миллионы наших соотечественников. И я обращаюсь ко всем, всем, кто посмотрит наш ролик. Пожалуйста, помогите приюту. Ну, чисто по-человечески. Я вас очень прошу. Обращаюсь ко всем. Ко всем, кто зашел на страничку, посмотрел наш ролик. Не пожалейте 100 рублей для приюта. Выбирайте своего питомца, своего любимца. Приезжайте. Все щенки домой хотят. Да? 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 Друзья, я не знаю, что происходит, но у меня к вам огромная просьба. У нас совершенно нечем кормить животных. У нас огромный долг за зерносмесь. Очень много работы. Нам не хватает рук.
Приют огромен. И как бы мы ни старались, ребята, сделать его меньше, не получается. Мы пристраиваем около 30 животных в месяц. Но, ребята, мы не успели пристроить 6 малышей, как нам тут же подбросили маму и 8 малышей. И тут же следующий звонок. Еще одна мама, у нее 4 малыша. Мы не можем отказать детям, ребята. Мы должны их спасти. Потому что малыши умирают очень страшно. Умирают от инфекции, умирают от глистов, заглистованные, и рвутся у них животики. Я прошу вас, люди, пожалуйста, отзовитесь.